Общественная палата Чувашии нового созыва провела первое заседание в этом политическом сезоне. Состав обновился больше, чем наполовину. В составе представителей бизнеса, политики, правоохранительных органов, творческой интеллигенции и учительства. Напомню, что общественная палата формируется на добровольной и безвозмездной основе. Сегодня был избран и председатель. Единогласно была поддержана кандидатура директора речного порта Чебоксар. На сегодня я действительно верю, что общественная палата играет важную роль в нашем обществе, потому что должна быть взаимосвязь между народом и между правительством. Иногда правительство, работая технико, свои, решая вопросы, иногда упускает моменты, которые здесь не судят, которые народ говорит и не всегда доходит до них.